Что, все что ли? Жарко, да? Жарко. Давай, Максим, давай! Работаем! Тема такая, все, что видим, все пилим. Если палки там больше 2 метров, пилим. Все, что попадет, пилим. Совсем старое просто не берем. Ягодка попалась. Так, в бригаде 4 человека. Одного нету. Сегодня работаем втроем. Бензин кончился, вон бензин нам везут. Короче, вот там он база. О. Блин, плохо не видно, телефон не показывает. Ну, в общем, 2 километра, наверное. А вон видно, там пошел. Сегодня купаться буду. Я весь спарился на кшизо. Нас возьмем. Что-то надо снять. А снять царапается, ветки. Снять плохо, не снять тоже плохо. Пошел купаться нафиг. Сегодня 28 число. Вода вроде бы теплая. А мужики там сидят, не хотят купаться. А он наш лодочник, рыбу ловит. Зажало! Thank you.
пошел. Ну и все, приехали обратно на этот берег. Обработал я второй день уже. Но сегодня потяжелее работал. Так, 1500 рублей в день, да, часов 6 работаем. Ну, чисто физически. Вот это все. Так, 4 человека нас работают. Сегодня 3 я работал. Завтра кого-нибудь возьмут. А, завтра выходные, завтра суббота, воскресенье, вот выходные. Ну и все. Так-то мы на машине. Мужики меня забирают из дома прям. Вот сюда приезжаем. Сюда на берег. Садимся на лодку. Плывем на другой берег. 4 часа собираемся. Ну, конец рабочего дня. В 4. 4:30 здесь и в 5 уже дома. Дней на 10, наверное, работы тут осталось. Вот эти деляны доделываем. А, там еще 2 деляны выше, на гору. И где-то еще в другом месте 2 деляны маленькие. Сегодня пешком иду, потому что мужики деньги будут получать сегодня. А мне сказали, не дадут, пока я 5 дней не отработаю. Ну ладно, деньги целее будут. Пойду сейчас у Димона заколымлю пару соток на хлеб, да на сигареты. Ладно, все.